Хорошего виноградаря легко отличить даже потому, как бережно держит он в ладонях виноградную гроздь после срезки, как заботливо он выбирает подвявшую ягоду, выращенную своими руками, должно радовать людей. На краевой выставке такие грозди не просто украшают наше анапское подворье. Аромат спелых ягод призывает не проходить мимо. Пару-тройку ягод мы убираем, вот, и вот он практически готов. Это плевен, любимый виноград августа, вобравший в себя все ароматы лета и яркость солнца. А еще есть фрамбуаз и названием, и ароматом, и вкусом, затмевающий саму красоту осени. И еще одна примечательная редкость в сортовом составе виноградников Марченко – удивительно красивый виноград рубин Азос. Большая удача, что виноделы не растеряли исконно анапские сорта. Рубин Азос – это уникальный сорт для агронома, который выращивает этот виноград. Он морозостойкий, он урожайный. Он не столь повреждается болезнями грибковыми. Это очень удобно. Вот. И вино из него. Вино просто чудесное. У него огромнейший потенциал. Это насыщенное, мощное, очень телесное вино. У него достаточно выраженные и при правильной агротехнике достаточно бархатные танины, если все сделать верно. Поэтому я бы отнес, вот как рубин Азос и красностоп золотовский, к сортам перспективным для анапского региона. То есть не то чтобы вернуться, а именно начать его возделать. Это очень молодой сорт. Из рубина прекрасное, особенное вино получается. Такое можно найти только у анапских виноделов. И Марченко считает, что чем больше виноделин будет открываться в Анапе, тем выше будет качество и больше оригинальных образцов. Чем больше виноделин, тем больше конкуренция. Растет качество. Нет вот этих вот каких-то унылых стандартов, а есть творчество. Каждый человек творит свое чудо. Мы можем гордиться тем, что Анапу на аграрной выставке будут представлять настоящие профессионалы своего дела.